Всем большой привет! Сегодня я показываю свою сумку в роддом, которую я уже, конечно же, собрала. И я думаю, что у меня будет два видео. Первое видео сейчас, а второе видео после родов, потому что после родов я уже буду наверняка знать, что мне пригодилось в роддоме и чего мне не хватило. Я собирала сумку вот по минимуму. Я исходила из того, что мой муж может всегда мне что-то докупить, привезти, все то, чего не хватает, он может обязательно добыть, раздобыть, и, в общем, на мой взгляд, самое важное, самое нужное, необходимое я с собой беру. Единственное, чего в этой сумке пока еще не хватает, это одежда для меня, в которой я буду находиться в роддоме, то есть это ночнушка и халатик. Почему? Потому что я буду это покупать через пару недель, когда окажусь в том месте, в котором я бы хотела это купить. Но я об этом не забыла, я об этом помню. Так, я решила, что моя сумка в роддом будет эта сумка, которую мы получили вместе с коляской, потому что она очень удобная, она имеет именно те габариты, которые мне необходимы, она очень легкая и вместительная. Первое, что мне попалось здесь на глаза, это получается, что три комплекта одежды для малышки. Первый здесь, и второй... И третий здесь. Я прям старалась, заморачивалась, искала подходящие по цвету, по текстурам и всем подобным признакам костюмы. Уже все это настирала, нагладила. И да. И также вместе с этим костюмчиком у меня будет две пеленки. Пеленки плотные, теплые. Далее это банный набор для меня и для малышки. Для малышки у меня из банных принадлежностей только мыло. Мыло – это единственная банная принадлежность, которая необходима для малыша, как написано на сайте роддома, где я собираюсь, собственно, родить. И мыло, также здесь маленький шампунь, маленький кондиционер, зубная паста и зубная щетка, которая пока еще не здесь, но она есть. Еще вероятнее всего я или попрошу мужа докупить крем для сосков, или я его потом докуплю сама, потому что я пока еще не знаю. Я все еще в раздумьях, какой я хочу и есть ли необходимость его вот прям срочно сейчас покупать. Далее это упаковка влажных салфеток маленьких. У нас есть большая упаковка влажных салфеток, но она не совсем удобно для того, чтобы брать их с собой. Здесь всего 20 штучек. Также это одноразовые трусы для мамы. А прокладки для груди. Ими, кстати, я пользуюсь и сейчас. То есть уже достаточно давно я ими пользуюсь. И проверенные. Много с собой брать я не собираюсь. Опять же, если не будет чего-то хватать, всегда есть кому привезти. А дальше здесь у нас есть памперсы. Памперсов я брала 10 штук. Памперсы для новорожденных на 3-5 килограмм, по-моему. Они идут или на 3-6. Не помню. После родовой прокладки для мамы. Также с собой обязательно бутылка воды небольшая, так как я водохлеб тот еще. Также у меня с собой будет что-то из декоративной косметики, разумеется, но сейчас я это не могу положить в косметичку, потому что я пользуюсь этим сейчас. Также расческа, телефон, зарядка, наушники, книжка, что-то еще такого рода. Естественно, все вот эти гаджеты, они тоже будут в этой сумке, но они появятся в этой сумке как бы уже в момент, когда необходимо будет ехать в роддом. Изначально я хотела покупать готовую сумку в роддом, но я поняла, что... Я находила сумки либо переполненные, либо с нехваткой чего-либо. Мне в роддоме выдадут, вероятнее всего, рубаху, в которой я буду рожать. Вот эта вот ночнушка, сорочка, как назвать. Также все на период родов, в принципе, они сами выдадут все эти пеленки одноразовые, все вот это, естественно, оно все предполагается, что будет уже в роддоме. А все, что нужно для меня в послеродовом отделении, в палате, это все я как бы упаковала сюда.
Я сначала даже подумать не могла, что моя сумка будет настолько минимально укомплектована, потому что я почему-то представляла себе это по-другому. Я себе представляла вот, вот такие вот огромные просто сумки, в которых есть все, начиная, заканчивая совершенно разными вещами огромными. Я даже предположить себе не могла, что действительно моя сумка будет настолько компактной. Но, честно, я старалась выбирать только самое нужное, я старалась особо как-то не загружать себя, потому что я понимаю, что, скорее всего, мне больше ничего не пригодится, а если что-то и пригодится, то, в конце концов, при всем хорошем, 3-4 дня в роддоме. Вот, ну вот и все. А в завершении хочу поздравить всех с прошедшим днем защиты детей и поздравить всех с наступлением лета. Пожелать всем хорошего настроения. У кого начались каникулы, хотя я сомневаюсь, что кто-то, кто учится в школе, смотрит мое видео, это... Но в любом случае, всех с наступлением самого прекрасного времени года, несмотря на то, что, конечно, жарко очень. Всем спасибо, пока-пока, увидимся очень скоро.